Закат России. Иными словами, и не скажешь, как за 100 лет борьба за равные права женщин превратилась в безоговорочную капитуляцию людей. Наверное, потому что в нашей стране мужчины в мудрости своей подарили своим дамам все и сразу. У нас не было массовых демонстраций второй половины человечества с кастрюльками в руках, торжественным сжиганием американского флага и бюстгальтеров возле Капитолия. В нашей стране тот, кто однажды признавался девушке в любви или бродил со списком продуктов по супермаркету, хорошо понимает, что спорить, угнетать или перечить женщинам нельзя, особенно в эти дни. Ваше ощущение в этот день? Еще раз. Вот так и прыгаете, вот так и прыгаете. Нормально, нормально. Очень приятно, что поздравляют женщин-автомобилистов на дороге с праздником, дарят подарки. Хотелось бы посидеть за рулем автомобиля сотрудников ДПС. Сегодня, в этот праздничный день, госавтоинспекция позволит сегодня посидеть вам в патрульном транспортном автомобиле. Спасибо. Ну, побибикайте хоть. Каждый мужчина в канун 8 марта считает своим долгом немного, исключительно для вида, дабы никто не усомнился в нашей мужественности, поиронизировать на тему незначительности события. Но от этого очереди в салонах цветов, ювелирках, супермаркетах меньше не становятся. И даже люди в погонах торопятся первыми поздравить наших милых и дорогих. Дорогие женщины, Государственная инспекция безопасности дорожного движения поздравляет вас с самым красивым и светлым праздником, днем 8 марта. В этот праздничный день мы желаем вам счастья, здоровья, удачи, благополучия и, конечно же, хорошего весеннего настроения. Оставайтесь такими же очаровательными, нежными и любимыми. С праздником, дорогие женщины! Кто может улучшить настроение симпатичной девушки на хорошем автомобиле? Только сотрудники госавтоинспекции с небольшим подарком от спонсоров акции. Здрасте! Здрасте! Вас с наступающим праздником! Ничего, давайте тогда вы. Давайте, конечно. Вас с наступающим праздником поздравляю, там радиочета. Да, весеннего настроения вам желаю. Вот еще от нас. Ну, небольшой презент от партнеров нашего праздничного патруля. Компания БРК дарит вам такую замечательную кружечку. Очень приятно, да, спасибо. И здесь еще мы вам дарим сертификат на круто, цветы. Прямо круто, настроение поднято на все 100%. Держите от вас, еще раз поздравляем. Спасибо большое вам, спасибо. Хочу всех поздравить с наступающим праздником, пожелать всего-всего самого хорошего. И спасибо большое нашим мужчинам за внимание, за заботу и за все-все. В праздничном патруле поучаствовали волонтеры. Юноши, для которых это не просто мероприятие, но практикум – передача векового опыта от взрослой особи к подрастающему поколению. Истина в первой инстанции – женщины любят подарки, пусть даже самые символичные – и цветы. И не путать, подарки и цветы – это не одно и то же. Одно не заменяет другого. Помни об этом, мальчик, и твои шансы на счастливую семейную жизнь заметно увеличатся. И не забывай поздравлять и хвалить женщин при каждом удобном случае. Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, Антон Доценко, ЗАП ТВ.